Запускай. И кого снимай? Уперся, во. Все. Да все, он на месте, не трогать его, стягивать надо.
Все, отсоединяем. Я вниз прихвачу. Я тебе, блядь, прихвачу, но. Началась. До этого все было разборка. Доделали наконец-то этот колокол, корпус сцепления с валом этого. Вал 500 тысяч в Омске, который поковырялись там, старый, новый образца с бронзовыми втулками, а этот на нового образца уже с роликовыми, с игольчатыми подшипниками двумя, у нас стоял на бронзовых втулках. Вот с этим поковырялись, пришлось брать на 500 шестерню первую. Ладно, все, пока. Снимаем.
Нету? А тут херня уже осталась-то. Чуть-чуть, да? Ну, в кабину вешать. В кабину вешать, да? На тебя? Две. На тебя кабину вешать? Не видно. Вот из-за этого подшипника все и началось. Из-за верхнего. Из-за нижнего. Верхняя это херня, то что там эту цилиндричку перебрали-то. И то, что легче снять. Да, это все херня. А я уже потом же увидел тогда, что нижний весь развалился. Подшипник, нахуй. И понеслось до самого двигателя, да? Обновили, обновили, да?